Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Точно. И мы сегодня будем там проводить даже очередной челлендж. Давайте открывать, ехать можно? Конечно. Давайте я расскажу про правила. Друзья, у нас сегодня вот такие вот три пузыря. Это новые пузыри, которые как бы собираются в башню. Да, они не лопаются. Они не лопаются и в башню собираются. Без перчаток. Да, без перчаток. И мы сегодня будем собирать большую пузырную башню. Кто соберет самую большую пузырную башню? Ну что, каждый выбирайте какой цвет. Я уже выбрала. Я уже выбрала фиолетовый. У меня вот голубенький, у мамы красненький. Кто же соберет? Кто же соберет самую огромную башню? Мы определились все по цвету. У меня голубой, у Миланы фиолетовый, у мамы красный. Обратите внимание, что там еще были какие-то пузырики. Да, ну там пузырики. Жидкость очень густая. Нет, в коробке там были пузырики какие-то. Ну, в виде дизайна сделали пузырики. Ну что, мы начинаем, друзья, наш челлендж. Давайте открывайте. И на счет три будем строить башню. Такая жидкость густая, как клей. Вау. Вау! Вау! Ничего себе! Так, а как это ловить? А почему они лопаются? Они, наверное, не будут лопаться на руки, если падут. Ну-ка. Да нет, лопаются. Друзья, пузыри мы пускаем, а они... А башню собрать не получается. В рекламе показано, что там можно собирать, а тут на самом деле... Почему они лопаются? Обман! Обман! Какой-то обман, по-моему. Какой-то фейл. Ну, мне нравится. Не, ну пузыри пускаются, но они ведь все лопаются. Даже если на руку. Да, даже если на тарелку. Мама, ничего. Друзья, интересно, кто покупал эти пузыри? У кого-нибудь надувались они нормально? У нас они не надуваются. Да. Папа, обратите внимание, что у тебя синий, у тебя красный, а у меня водичка фиолетовая. А пузыри все равно одного цвета. Не знаю. Ну, вот они. На тебя не надувают. Все равно... Мама один шарик. Вот он летит. Ой, мама набивает шарик на шарик. Я вообще хотела, а что он улетает? Мама, посмотрите. Давай, давай, только не лопни. Он куда-то полетел. Куда-то вверх улетел шарик наш. На потолок, кажется. Нет, сын. Идись. Ой, а у меня лопнул. Не, ну я пускаю много пузырей, но они... У меня опять один. Посмотрите, сколько пузырей! Ю-ху-ху! Ага, у тебя тут пузырь. Мама, посмотри тут. Посмотрите на мои пальчики. Ой, мама собрала башню. В этом челлендже явно побеждает она. Когда они за... это... позастали... Ловите, давайте, ловите пузырики. Не-не-не, ловить получится только те, которые позже, сверху были. Вау, мы здесь все в пузырях, друзья. А я? Смотри, у меня пузырик. Пум, пум. Ой, действительно, они не лопаются. Надо им, оказывается, побольше быть... Застыть, побольше быть на воздухе. Ой, смотрите, сколько пузырей. У-ху-ху. Мы тут все в пузырях. Ну давайте, собирайте мыльную башню. Я собрал три пузырика. А у меня клей на руке, это я на клей. Мама перестала вообще надувать пузыри, мама просто ловит. Короче, мама выиграла в этом челлендже неудачном, по-моему. Не, ну честно говоря, мы надеялись, что нормально будет надуваться. Там прям так показано, такую башню они собирают. Да. Ну вот, посмотрите. Можно собрать что-то, но, я говорю, собираются только те, которые наверху были долго. Ты наверх дуй, не туда. Наверх? Вверх. Да, вот. Чтобы они на нас падали.
А в рекламе там очень много этих пузырей. Мы рекламу увидели по телеканалу Мульт, и там показывали, прямо они собирали большую пирамиду. Но что-то как-то тут... Ну, у нас... Смотри, у меня уже три. Смотрите, пузыри на Миланиных волосах. Причем два штуки. Причем вот здесь... Папа, у тебя вот тоже... У меня вот на плече пузырь. Ой, Милаша лопнула его. Боже ты мой, у нас весь стол в мыльных пузырях. Вы посмотрите, они что на нем. Они не все лопаются. Те, что долго летят, они, вот смотрите, они реально летают, они реально засыхают там или что-то, затвердевают. Они потом не лопаются. Ой, друзья, вы бы видели сейчас, что наверху. У нас тут просто... Облако! Тысячи пузырей. Нет, это у нас дождь как будто дома. Дождевой? Это как бы у нас дождь из пузырей, да? Да. Друзья, вы посмотрите, сколько у нас пузырей лежит на ковре. Вот пока мы тут снимаем, все в пузырях. Посмотрите, я вся в пузырях. И у мамы, у тебя на ноге даже пузырь. Даже на ноге пузырь? А у мамы, смотрите, все руки в пузырях. Все. И посмотрите, как оно здесь все. В результате, вот оно не вода, а вот не пойми оно что. Оно как будто как клей все получилось. Да, смотрите, все как такое. Оно лопается. Пуй. Вот даже у меня. Бух. Как жвачка. Как жвачка, да, они такие. В общем, у нас вот такой вот челлендж получился. Может быть, он не совсем удачный, но мы ожидали от него что-то скорее другое. Скорее не челлендж, а обзор на эти пузырики. Да. Теперь все знают, что они из себя представляют. А то рекламируют их хорошо. Да, рекламируют их хорошо, как будто там башня собирается. На самом деле это не так. Посмотрите, какая у меня. Ага, пузыри все. Смотри, смотри, Милана ловит, ловит, ловит везде. У Миланы вообще все на голове в пузырях. Значит, я победила. Значит, я победила. Ну что, друзья, вот такой у нас получился сегодня неудачный челлендж, но это больше обзор на пузырики, наверное, вышло. Так. Милана вся в пузырях, вся в клею. Мы сейчас все пойдем, по-моему, мыться. Просто-напросто. Ну что, с вами был канал. Прощайся со всеми. Пока-пока. 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 Да, я тоже мыльный и непростой. Мыльный и непростой. Пока.